Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы с вами будем искать скинчики, но вообще персонажи из мультфильмов. Смотри, здесь у нас Южный парк, здесь Панч Боб, Футурама, Симпсоны, в общем, здесь вообще Симпсоны должны быть. Ну, возьмем с тобой Барта вот так вот, ава, и побежали, посмотрим, что мы вообще можем делать. Мы должны искать вот такие всякие прикольные штучки. Итак, ава, мы нашли Снежка, кота под названием Снежок. И что, мы в него можем превращаться или просто это то, что вот мы нашли? О, смотри, можно ролики какие-то сделать. Оо, мы на роликах можем кататься. Скейт можем взять или нет? А, подожди. А, скейт за робокс. Вау. Так, это все у нас летать тоже за робокс. Я понял. Здесь у нас есть музыка, инвентарь. Ключи какие-то можем взять, телепорт у нас в разные места, индексы, а, вот то, чего мы нашли, обычный. Ага, я не могу в них превращаться, мы можем их только собирать. И можем вот так вот передвигаться, ладно. Так, можно сбросить игру, вау, так, и что тогда будет? Не-не-не-не, сбрасывать мы ничего не будем, мы только вообще начали, так. Все, значит, у меня есть ролики. На роликах мы будем быстрее кататься. Я нашел еще какую-то вот ачивочку. Есть. И погнали. Вау. Я могу даже по стеночкам как-то проехаться. Ты видел? Я только что так. Оп. Вау. Где трюки могу делать? Круто. Опа. Вау. Класс. Ничего себе. Вот это я смог, конечно, заехать. Ну, давай мы с тобой отправляемся вот так вот, вот сюда. И так, вот начнем поиски с этого дома. Погнали, отправляемся искать здесь. Возможно, мы что-то здесь найдем. О, это у нас кто? Это рэпер Барт. Круто. Здесь у нас есть, смотри. Это Мелман. Я не знаю такого. Хотя, вроде бы, знаю, но я не помню. Просто это старичок такой у нас из Симпсонов. Погнали дальше искать. Может быть, еще что-то найдем. Здесь у нас есть еще комната. Так, в холодильнике что-то есть? В холодильничке, похоже, ничего у нас здесь не запряталось. Так, у нас здесь какая-то загадка. Итак, надо что-то как-то решить эту загадку, получается. Но у нас здесь все на английском. Так, это нужно то, все, третье, десятое. Так, а что, если я вот так вот сделаю? Ничего не меняется. Смотри, я нажимаю так красную, зеленую, фиолетовую, синюю и коричневую. А, мне надо сделать, чтобы у нас цвета совпадали, правильно? Правильно, да. Итак, давай попробуем сделать, чтобы у нас совпадали цвета. Так, это совпадает, это совпадает. Этот у нас пока не совпадает. Давай, меняем, есть. И осталось еще два цвета сделать, чтобы у нас совпадали цвета. И вот этот, есть, я получил секретный скинчик. И это Among Maggie. Круто. Ой, смотри, 6 плюс 4 равно 4. И что мне надо сделать? Мне надо буквы как-то здесь. Ой, мне реально надо здесь еще слова как-то собрать. Жесть, у нас здесь загадки, обалдеть. И как мне это все решить, я пока не понимаю. Не знаю. Так, а что? Надо как-то здесь слово собрать. Я не знаю, какие слова здесь собирать и как это вообще у нас все работает. Может быть, потом мы как-то догадаемся. Пока мы здесь не будем останавливаться, пока мы отправляемся дальше. У нас еще есть много чего, что нам предстоит найти. Поэтому отправляемся на поиски. Кстати, ребята, я забыл вас попросить поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Если ты поставишь лайк, это очень поможет нашему каналу вырасти и стать супер-мега большим и крутым. И все это будет благодаря тебе. Надеюсь, ты поддержишь наш канал и поставишь лайк. А я тем временем отправляюсь вот сюда, вот в этот дом. И посмотрим, что в этом доме есть. Так, у нас здесь еще есть какой-то... О, воу, это что это такое? У нас это хобби какое-то началось. Ого, так, а я могу им управлять? Так, подожди, я не могу им управлять, я могу доехать до сюда. О, так, поехали. Поехали, мы должны на скейте прокатиться, да? Правильно? Опачки, 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 так. Здесь у нас птичка Барт. Ой-о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 й
взял Барта, скейтера. Круто, если бы мне еще скейтер. О, смотри, там у нас Гомер душит Барта. Есть скинчик на крыше. Так, а как мне туда подняться?
Попробуем вот так вот. Опа! Нет, почти получилось. Хоп! Есть! Есть, запрыгнули на крышу. И взяли здесь еще один секретный скинчик. А если мы в трубу попадем, здесь есть у нас что-то в трубе? В трубе у нас ничего нет. Но на заднем дворе у нас есть скинчик. Опа! Ну не скинчик, а ачивочки. Ачивочки. Так. Есть. Дебарт играет у нас собачкой. У нас есть домик на дереве. Давай поднимемся сюда, посмотрим. Здесь у нас Барт-охотник. И все, да, у нас здесь на заднем дворе больше ничего нет. Или есть, у нас есть падающий Барт. Оу, летающий Барт. Есть, мы взяли скинчик. Дальше мы должны заспавниться. Есть, заспавнились. И теперь надо идти дальше искать. Кого мы можем взять? Давай я возьму, попробую взять губку Боба. А, погнали. Класс. А у меня есть... Так, какие-то ролики. А, да, ролики есть у всех, ребята. Ролики есть у всех. Класс, погнали дальше. Погнали посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас портрет есть, марч. И попробуем спуститься. Нет, сюда нужен ключ. Ключа у меня нет. Здесь у нас есть песик. И вот у нас есть такой камин. Вот такой вот, да? А ключик где интересно найти? Здесь есть синий ключик. Я нашел синий ключик. Ключик найден, ребята. Значит, мы сможем открыть какую-то дверь. Так, у нас здесь есть как раз Марч Симпсон. И вот у меня показывает, есть синенький ключик. Здесь у нас что-то написано на холодильнике. Видимо, список покупок. О, свин-паук! Свин-паук на крыше. На потолке, вернее. Итак, какой здесь? Здесь желтый ключ, видимо, надо. Желтый ключ использовать. Так, а ну вот, у меня есть один ключ. Окей. Но я не могу ничего сделать. Так, а это кто у нас такой? Это у нас Граггл Симпсон. Это тот, который не существует. Вот, нужен синий ключ. Есть, открыли дверь. И здесь мы видим делового Гомера. Вот здесь вот в комнате есть. Отлично, взяли этот скинчик. Теперь погнали дальше. Эту комнату мы смогли открыть. Это, видимо, родительская комната. Здесь у нас комната Мэгги. Мэгги получили. Отлично. Здесь 171 ачивка у нас. Так, в ванной у нас что-то есть. Есть серый ключ. А, золотой ключ. Золотой ключ лежит в ванной. Это у нас Лиза Симпсон. Мы ее нашли. Так, о, книга. Вау. Пэм, мы взяли книгу Библии. И у нас открылась церковь. Прикольно. Слышь, прикольно. Разблокировалось у нас. И теперь у меня есть золотой ключ. Так, здесь мы нашли Барта Симпсона. Здесь у нас, смотри, спрятался у нас Боб. Спрятался, и у нас есть будильник. Будильник открыли, и у нас разблокировалась школа. Там наверху еще, смотри, супергерой Лиза. Прикол. Хорошо, спускаемся вниз. Итак, открывается у нас подвал благодаря нашим ключам золотым. И я не могу... А, вот, провалился в подвал. О, смотри, батёк у нас здесь качается гантелькой. Гомер-качок взяли. Здесь у нас есть гантелька, но она... Ой, она подбирается. Ого. И можно отправиться дальше, да? Оп. Так, поднимаемся сюда. Оп, нет. Так, аккуратно стоим здесь. А слушай, на роликах-то это сложнее пройти, чем кажется. Оп, да как это пройти-то, а? Опа. А, вот, смотри, нормально. Нормально прошел. И качок у нас есть. Мама качок. Есть, все. Взяли мы здесь ачивочки. Кстати, оказывается, можно на предметы нажимать. Надо проверять. Возможно, мы что-то с этим сможем сделать. Так, теперь надо отсюда выбираться. Выходим. Есть. Может, у нас есть еще какие-то предметы, на которые можно нажать? На холодильник, например. Или еще что-то типа того. На кактус. Так, на телек. Нет, здесь мы ничего нажать не можем. На потолке вроде больше ничего нет. Надеюсь, мы здесь нашли абсолютно все, что должны были найти. Теперь выходим из этого дома. Будем искать здесь. Так, у нас здесь есть скейтер Барт. И можно забраться по вот этим крылышкам наверх. Опа! Я попал в хэллоуинскую локацию. Здесь у нас, смотри, вампир Бёрнс. Ха! Класс! Здесь у нас есть конфетка. Возьмем конфетку. Что она нам дает? Мы взяли конфетку и что-то подожгли. Конфетка зажглась. Здесь у нас есть еще конфетка. Зажигаем еще конфетку. Еще зажглась конфетка. Может, мне все конфетки надо зажечь? И тогда что-то произойдет. Ой, там есть подъем наверх. Смотри, ты видишь?
Тогда можно... О, глаза открылись какие-то. Так, и что мне надо? Так, взять. Глазки появились, ты видел? Появились глазки, но я их взять не смог, к сожалению. Так, а как мне взять тогда? А может, я что-то пропустил? Так, вроде все конфетки зажег. И здесь вот глазки, смотри, вот глазки появились, они смотрят. И что с ними сделать надо, я не знаю. Но они наблюдают. Наблюдают за нами. Так, забираем сюда. О, вот, смотри, кто-то появился. О, а это что за скример такой? Это у нас Мэгги. Да, она что, нас уничтожила? Она нас уничтожила. О, кстати, здесь тоже статуя была. Так, давай возьмем теперь Бендера. Хочу взять Бендера. Опа, ой, погнали. Ну, слушай, видимо, попадаться нельзя. Попадаться нельзя, видимо, так. Но там есть проход. Я абсолютно в этом уверен. Есть у нас проход. Конфетки у нас горят. Слушай, конфетки у нас в других местах теперь находятся. Раз конфетка, два конфетка взяли. И так, три конфетка. Где у нас? Три конфетка. Три конфетка. Вот у нас стоит, смотрит. Глазки опять у нас появились. Вот у нас есть еще конфетка. А, так, надо как-то до нее допрыгнуть. Вот, берем еще конфетку. О, еще остров разблокировался. Вау. Вау, ничего себе. И здесь у нас есть какой-то принц-вампир. Опа, это Дракула у нас здесь появился. Круто. Ну, слушай, мы собрали все конфетки. У нас разблокировался еще остров. Сейчас мы попробуем на этом острове взять что-то. Так, 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 быстро. Еще есть конфетка. Загорается пускай конфетка. Так, это у нас призрак Бёрнс. И здесь у нас есть еще, смотри, скинчик. Опа, летающий. Это у нас призрак Лизы. Вот. Так, еще конфетка. И у нас есть, смотри, вот такой вот скинчик. О, не скинчик, а ачивки. Блин, все время называю скинчики. Ачивочка такая, отлично. Я вроде бы конфетки здесь зажег. Что-то у нас еще появилось. Вот у нас есть еще конфетка. Так, берем еще конфетку. Вау, еще разблокировалась у нас здесь локация. И как мне, я до тут допрыгну, интересно. Надеюсь, что допрыгну. Еще появилось. Вау, вау, круто. Очень круто, так, поднимаемся. Аккуратно пока. Забираемся сюда. И оп, так, нет, падать нельзя. Падать нельзя, нельзя. Так что это? Почему я падаю-то постоянно? Нет! Я свалился вниз. Да слушай, это опасная игра. Опасно. Может, мне все-таки надо бег включить? Так, давай. А бег включен. Бег включен, ладно. Но почему я запрыгнуть-то не могу? Так, у меня разблокировались? Да, острова у меня остались разблокированы. Отлично. Значит, у меня здесь все работает, все хорошо, все нормально, все разблокировано. По новой разблокировать не надо, просто надо пройти здесь по новой, аккуратненько. Аккуратно пропрыгиваем. Оп, что у меня весь экран трясется? Так, давай запрыгиваем сюда и забираем. Оп, так, а, так, опять не падаем, опять я падаю в самый низ. Опять я падаю в самый низ. Оп, есть, взяли, Красти, это у нас Мардер Красти. Опа, отлично, запрыгиваем по льдышкам, прыгаем, прыгаем, и теперь забираемся на ледяной остров. Есть, 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 я забрался на ледяной остров, у нас здесь появляется какая-то лава, все, остров собирается при нас, прикинь. Так, лорд Бёрнс у нас здесь есть, так, надеюсь, а, это остров не собирается, это падают камни, камни падают. А у нас здесь есть еще конфетки, оказывается, которые надо зажигать, слушай. А где еще конфетка? Вот я вижу, еще конфетку нашел. Еще конфетка. Так, камни падают, падают. Короче, под камни попадаться нельзя. Если попадемся, нас раздавит. Еще конфетку зажгли. Так, еще нужна конфетка. Где-то конфетка, 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 конфетка. Где у нас может быть конфетка? Ребята, должна быть еще конфетка. Надо ее найти срочно. Срочно конфетка. Ну смотри, я две нашел. Где еще может быть? Где еще конфетка? Может, под камнем каким-то лежит? Или что-то я не замечаю? Смотрите, сколько камней навалило. Навалило очень много камней. Так, смотрим. На этом дереве нет. Тогда внимательно смотрим дальше. Где-то, может, на краю карты есть конфетка. Так, камень на меня летит. Летит, летит, летит. А я все бегу, уклоняюсь. Смотрим, смотрим, смотрим. Я не вижу еще одной конфетки. Где-то должна быть еще одна конфетка, 100%.
100%, я уже все посмотрел, нигде не вижу никаких конфеток. Фух, короче, на одном дереве мы нашли конфетку. На полу мы нашли конфетку. Так, вот на том дереве была конфетка, на этом полу была конфетка. Где еще конфетка? Куда вы ее спрятали? Вы меня обманываете, что ли? Может, здесь нет никаких конфеток больше? Но должна же быть. Должна быть. Не зря здесь конфетки есть. Здесь должно все работать, ребята. Но я не могу найти конфетку вообще. Есть ли здесь какая-то конфетка? Похоже, что здесь нет никакой конфетки. Потому что я все уже нашел. Все посмотрел. Может, на веточке какой-то лежит, на которой я вот не замечаю. Может, здесь где-то... Вот, конфетка на голове тыквы была. О, жесть, жесть. Реально сложно было найти. О, ты видишь? Я сюда прихожу. Здесь появляется огромная армия зомби. Вот они, бегут, бегут, бегут. Они бегут за мной. Бегут, бегут, бегут. И что мне делать? Как мне от них избавляться? Избавляться как-то от них надо. Ой. Ой, 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 ой-ой-ой, 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 они меня задавят сейчас, так. Фух, диско зомби взяли. А здесь тоже есть конфетки, так. Ну-ка, давай попробуем с ними сражаться. Ай-яй-яй, у меня здоровья нет. О, у меня раскололи полностью, вау. Обалдеть. Вот это здесь обновка была хэллоуинская, самая крутая, наверное, которую только я мог увидеть. Ну-ка, я хочу дойти до конца и узнать, мы полностью ли прошли это вообще, или нет, или все-таки мы что-то там упускаем. Если это лимитированный хэллоуинский ивент, нам надо его поскорее пройти, потому что, скорее всего, он в ближайшее время закончится. Нам надо его поскорее преодолеть. Так, оп, здесь проходим, отлично. Отлично, я уже научился проходить вроде как. Оп, и теперь погнали. Сейчас камни мы быстро пробежим. И надо издалека посмотреть на этот остров. Все-таки зомби очень-очень больно кусают и очень быстро нас выносят. Фух, стоим здесь, смотри. Этот скинчик мы взяли, тот скинчик мы взяли. Что нам еще остается взять? Конфетки здесь есть или нет? Я, кстати, здесь... Вот не вижу конфеток никаких. Так, я стою здесь. Смотрим поближе. Это зомби Гомеры, да? Зомби Гомеры. Ну, кажется... Слушай, кажется, мы прошли это обновление, да? Мне кажется, я собрал здесь все. Потому что я здесь конфеток не вижу. Ни на тыквах, нигде. Скинчики были собраны. С зомби я сражаться не могу. Оп! Ай! Ай-яй-яй! Кусают, кусают. Так, ну-ка, а давай попробуем против них сразиться. О! Я всех победил! Я победил всех зомби. Отлично. Может, я теперь что-то могу сделать. Они по новой появились. Они по новой появились. Появились по новой. Там есть еще локации. Реально, надо было всех зомби одолеть. А здоровья-то у меня вообще нет. Меня эти глазики уничтожили. Прикинь. Они наносят урон, оказывается. А я думаю, что вообще они смотрят? Оказывается, они смотрят и наносят мне постоянный урон. Жесть. Но я смог разблокировать все-таки там последнюю локацию, кажется. Кажется, там есть последняя локация. Может быть, это даже и не последняя вовсе локация. Может, там еще что-то есть? Так, 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 погнали-ка, погнали. Вперед, 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 вперед. Мы ее точно сейчас посмотрим. Вот, она на меня смотрит и наносит мне урон. Небольшой, но наносит. Ну, кстати, нормально так она наносит. Мне 10% здоровья мне вынесло, уж точно. Так, проходим. Проходим дальше. Оп! Нет, ты че передо мной? Просто передо мной вылезло. Жесть. Жесть. Это реально страшно и реально круто сделали. Так, теперь давай, оп, запрыгиваем. А чё, я разучился прыгать, что ли, от страха? Я не могу запрыгнуть туда, прикинь. Оп, давай, о, хорошо, нормально. Сразу сюда давай, погнали. Надеюсь, этот призрак у нас Мэгги больше не появится. Я, блин, половину пробежал, и она вылазит тут. Что за несправедливость? Так, и глазики тоже страшные. Ну вот, смотри, опять прям передо мной появился глазик и наносит мне урон. Так, погнали. Аккуратно, я не могу, они меня вообще супер-мега сильно бесят. Зомби, уйдите от меня. Я бегу в последнюю хэллоуинскую локацию, в последний остров. Ух, выходим. Так,
Здесь опять появились глазики. Здесь у нас есть демон Барт. И два морфа разблокировать надо. Так, и что, какой из них морф? Какой морф-то? Может, мне надо угадать, типа, вот это морф? О, есть. Смотри, здесь написано, два морфа разблокировано. Разблокировано. И что? Ну вот, значит, два морфа здесь есть. Может, здесь есть еще секретный морф какой-то? Вот тут вот, на дереве. Может быть. Все может быть. Здесь много секретных мест. Так, но я забраться туда не могу. О, могу. Там есть, смотри. О, но здесь нет ничего. Здесь ничего нет. Глаз меня все уничтожает. С этой стороны тоже ничего нет. Так, ну подожди, это... А, это у нас есть трансформация разблокирована, две секретные. А где мне их взять? Так, здесь я не могу. Ну слушай, два скелета. Скелеты тоже дали ачивку, кстати. И погнали теперь в самое начало. Давай спускаемся вниз. Воу, полетели. Секретную локацию мы прошли. Теперь надо посмотреть, что мы в этой... Какие два секретных морфа мы разблокировали. Они у меня здесь появились? Да, да. Вау. Теперь я могу взять вот эту мэги страшную, которая меня кошмарила. И у меня есть... Во, читерский скинчик. Жесть, всю семью сюда собрали. Обалдеть, ребята. Это хэллоуинский скинчик. Круто, круто, очень круто, мне понравилось. Но у нас много времени это заняло, а еще столько локаций впереди. Если вы хотите продолжение, ребята, обязательно ставьте лайки, будет много лайков, я пойду записывать следующую часть. Также не забывайте подписываться на канал. На этом у меня все, не болейте, не скучайте, пока-пока.